Ежегодно 26 июля в нашей стране отмечается, пока неофициально, праздник профессионалов и любителей парашютного спорта. О технике, страхах и личных победах. Юлия Важенина. Они не представляют свою жизнь без неба, высоты и адреналина. Желание побеждать у них в крови. Без таких эмоций жизнь им кажется пресной. Такие люди выбирают для себя экстремальные увлечения. Альпинизм, дайвинг, автогонки. Ну и, конечно, парашютный спорт. Не прыгай, а то понравится. Есть такая шутка у опытных парашютистов. Своеобразное наставление для перворазников. Ведь, как правило, на первый прыжок люди идут ради самоутверждения. Испытать себя или доказать окружающим, что можешь совершить поступок. И ведь это действительно поступок. В мире гораздо больше людей, которые не прыгали и никогда не прыгнут с парашютом. И те немногие, кто сделал это, вправе собой гордиться. И чего уж тут скрывать, это затягивает. Но парашютизм – это не аттракцион, это самостоятельный вид спорта, своего рода тест на смелость и выносливость. Человек должен переступить ту черту, которая отделяет его от бездны. То есть порог самолета или вертолета, то есть так, как смотря какой летательный аппарат. Вот. Если человек переборол себя, он переступил, осмысленно причем, вот, осмысленно, то это уже все дальше идет само собой. Обратно же он в самолет не залезет, вот, там уже поздно. Поэтому тут в голове крутится то, что чему учили, быстрее-быстрее это надо сделать, отсчитать время, выдернуть кольцо, чекующий шнур и так далее, так далее. То есть все действия, которые нужно выполнить при выполнение прыжка с парашютом. Пятикратная чемпионка мира по парашютному спорту, абсолютная чемпионка Европы и гордость всей Чувашии Майя Костина не понаслышке знает, что такое победа над собой. Более 50 лет в воздухе и 7 тысяч прыжков с парашютом. Впервые прыгнув в 17 лет, Майя Петровна поняла, что отныне ее жизнь навсегда связана с парашютом. Вот один прыжок я все время почему-то рассказываю, вот настолько и на встречах рассказываю про него. Это было в Ижевске, вот как вкопанный надо было пропадать, и ровно 20 секунд, плюс-минус 1/10 секунда, тоже штраф за рискание, штраф, там штраф, вот чтобы максимально, по максимуму. Ощущение, что вот какая-то невидимая рука, голубую, прозрачную такую вуаль на землю, вот так она колышется, я над этим всем прыгаю, лечу, и там вот смотрю, там речка, лес, стадо коров там где-то пасется. Ну, настолько живая картина вот над этим, над всем. И вот как птица летишь, ведь не шелохнешься. Потом думаю, ох, опомнилась, вспомнила. И ровно 20 секунд рвем кольцо, открываем. От строения парашютов и до приземления все это наша чемпионка знает на зубок. Поэтому перед прыжком и не было страха, признается Майя Костина. В Чувашии парашютный спорт и сейчас пользуется особой популярностью. Только в этом году парашютисты совершили около 1900 прыжков. Причем почти половину из них выполнили новички. Вполне возможно, что именно они в будущем пополнят копилку парашютного спорта нашей республики. Юлия Важенина, Сергей Адушкин, Республика.